Киркорова нашли двух жен. Подробности личной жизни поп-короля шокируют публику. Судя по всему, у Филиппа Бедросовича две жены. Фанаты хотят, чтобы кумир сказал, так ли это. Первая дама – это мать детей Киркорова. О том, что она живет с артистом в одном доме, как-то раз проговорились дочь и сын. Они рассказали, что мама Наташа во всем им помогает. Певец подтвердил, что женщина, которая родила ему детей, на самом деле живет в его загородном доме. По его словам, Мартин и Алла Виктория воспитываются в полноценной семье. Журналисты провели массу расследований, чтобы узнать наверняка, кто настоящая мать наследников знаменитого артиста. Они выяснили, что на многие мероприятия Киркоров приходил с некой Натальей Ефремовой и пришли к выводу, что именно эта женщина родила певцу дочь и сына. А недавно стало известно о другой даме, которая также занимает важное место рядом с Филиппом. Это диджей Екатерина Гусева. Она вполне может стать дамой сердца артиста, что косвенно подтвердил сам певец. Подписчики соцсетей, до которых дошли эти новости, предположили, что поп-король живет с матерью своих детей и новой пассией в одном доме, что совершенно недопустимо, так как у маленьких, дочери и сына, психика очень неустойчивая. Но Киркоров не спешит объясняться. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!